суббота, 24 марта. В материалах корреспондентов подробности. Я Александр Просяник. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Приготовиться на выход. Еще 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов. Присоединится ли Америка? Необъяснимая жестокость. В Закарпатье мать заморила голодом собственного ребенка. Почему малышу никто не помог? Бомбардировка на упреждение. В Израиле рассекретили подробности воздушного удара по Сирии 11 лет назад. Чего боялись? Счастье, Каменка, Лебединская. Такова география обстрелов на Донбассе за сегодня. Боевики уже 5 раз открывали огонь по украинским позициям. Договоренности о прекращении огня противник по-прежнему игнорирует. На опорных пунктах возле оккупированного Донецка побывала наш военкор Ирина Баглай. Быстрее, если я начинаю бить, то вы начинаете бить, потому что вы находитесь на постреле. Тишина на этих позициях под Донецком не усыпляет бдительность наших солдат. Хотя выполнить приказы командира не так уж и просто. По сплошному катку, в который превратились поля, не то что бежать, идти сложно. По дороге командир вводит в курс дела. Интенсивность огня боевиков значительно снизилась, но регулярные провокации и прострелы не прекращаются. Откуда работа? Откуда работа? Тишина. Добравшись на нулевой рубеж, убеждаемся, предостережения командира не напрасны. По нам стреляют. А по нам с чего стреляют? С большинства из пулемета и с калаша. Такой стрельбой из пехотного вооружения российские наемники преследуют несколько целей. Дождаться выстрелов со стороны украинских позиций, зафиксировать их. Или же прикрыть работу своего снайпера. Как зазвичай, они работают 2-3 группы, от их склад десь по 2-3 человека, то есть снайпер с коригувальником и один, который просто стоит с кулеметом, автоматом и как бы открывает вогонь, провокує нашими, открыли вогонь, и как бы мы раскрываем свою точку, а их снайпер начинает работать по нам. Такое ощущение, что они где-то рядом. Но в этот раз группа противника действовала в разнобой. Своим фальстартом вражеский снайпер опередил пулеметчиков. Пролетают пули. Они просто пролетают мимо сейчас над головами. Под пулеметную стрельбу боевики переходят на более крупный калибр. Руины бетонного здания частично закрывают от огня боевиков. Ну, смотря куда попадет. Если в сам бетон, то да. Если там, где нету бетона, то... Не поможет. А это что? Ну, это они уже с более мощным оружием стреляют. Нельзя. Ну, так каждый вечер. С 6 до 10. Прям режим уже? Ну, у них да. Это типа с РПГ. С РПГ было. Держат на линии соприкосновения боевики и тяжелые орудия. Впервые за несколько недель по Авдеевке российские наемники открыли огонь из минометов. Выпустили 6 мин. Мы бачили спалахи вночі, коли стріляв міномет, що, можливо, вони працюють із-за жилих будинків, тобто з жилого сектора Донецька і Спартака. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Подробності телеканал Інтер. 600 человек, причастных к террористической деятельности, задержало в прошлом году СБУ. 11 получили срок за финансирование терроризма, 13 за госизмену. Въезд в Украину закрыли для сотни российских журналистов и блогеров. Об этом рассказал президент Петр Порошенко во время официальной церемонии по случаю 26-й годовщины создания службы безопасности. Лучших сотрудников он наградил орденами и поблагодарил за недавние спецоперации, связанные с Михаилом Саакашвили и Надеждой Савченко. Кроме того, сообщил, что Киев и дальше будет двигаться по пути интеграции в ЕС и НАТО. Членство в Альянсе – это наша стратегическая мета. И найближчим часом я планую инициировать внесение змін до Конституции для того, чтобы сделать этот процесс незворотным, вказавши в Конституции стратегическую мету развития держави, это членство в Европейском Союзе и членство в Північно-Атлантичному Союзе.
Вместе с президентом Украины Силовикову с годовщиной поздравил и премьер. По словам Владимира Гройсмана, сейчас наши спецслужбы не уступают подготовке коллегам из других стран. Говорит, за 26 лет СБУ стала сильной структурой, а вопрос безопасности граждан одним из главных для государства. Особо премьер отметил сотрудников СБУ, служивших на Донбассе, и со всеми присутствующими почтил минуты молчания тех, кто не вернулся из зоны АТО. Цей подвиг і ця втрата завжди буде викликати великий сум в серцях українців. Сьогодні в цей день я хочу подякувати кожному з вас, хто від чистого серця, своєю наполегливою працею, своєю державницькою позицією захищає Україну. ЕС отзывает для консультации своего посла из Москвы и рассматривает дальнейшие санкции против России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Это главный итог саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе. О чем говорили и о чем договорились политики, знает Татьяна Лугунова. Санкции против России в европейской повестке дня. Лидеры Евросоюза готовы ввести штрафные меры в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе заявили лидеры Германии и Франции. Правда, что это могут быть за ограничения, политики не уточнили. Ответ Европы на отравление в британском городке Солсбери был одной из главных тем встречи лидеров Евросоюза. Политики изучили материалы расследования, которые в Брюссель лично привезла британский премьер Тереза Мэй. И они показались лидерам убедительными. Дискуссии об отравлении в Солсбери были очень интенсивными. Они характеризовались солидарностью с правительством и народом Британии. Мы четко заявили, что считаем произошедшее огромным вызовом для нашей общей безопасности. И согласны с оценкой британского правительства, очень вероятно, что ответственность несет Россия. То, что произошло в Великобритании, беспрецедентно. Это агрессия против безопасности и суверенитета страны, которая пока является членом ЕС. Это требует нашей реакции. Как уже сказал канцлер, в ближайшие дни мы объявим о скоординированных ответных мерах. Я ожидаю, что в понедельник ряд стран ЕС примут дополнительные меры против России. Это значит, что наши действия не завершены. Какими могут быть эти санкции, не уточняют. Дескать, все в понедельник. Я ожидаю, что в понедельник ряд стран ЕС примут дополнительные меры против России. Это значит, что наши действия не завершены. Вероятнее всего, речь идет о высылке российских дипломатов. О таком намерении уже заявили Чехия и страны Балтии. А по данным издания «Таймс», о выдворении объявят 20 стран Евросоюза. И не исключено, что к ним присоединятся и Соединенные Штаты. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Почти 150 килограммов янтаря пытался перевезти житель Львовской области через украинско-польскую границу. Микроавтобус остановили для проверки в пункте пропуска Смильница. Пока сотрудники КПП досматривали авто, водитель заметно нервничал. Под обшивкой салона таможенники нашли пакеты с янтарем разного размера. Солнечный камень мужчина вез в Польшу. В основном пакеты были захованы в стеле. В стелі знаходилися також два люки, і під люками знаходилися такі пустоти, в яких якраз знаходився бурштин. І в стелі, і в бокових частинах мікроавтобуса. А ліворуч та праворуч сидін було знайдено приблизно 17 таких згородків, в яких знаходився цей бурштин. Взял даром, заработал миллионы. В одном из сел Львовской области незаконно добывали глину. О работе предприятия стало известно только после визита экологов. Почему, расскажет Галина Якушко. 50 миллионов гривен. Им настолько недополучил государственный бюджет из-за незаконной добычи глины в карьере возле села Дедылов Львовской области. На месте еще видны свежие следы работы трактора. Все дело в том, что возле карьера работает кирпичный завод. Несколько лет назад его продали. Предыдущий собственник, у которого была лицензия на добычу глины, уехал за границу. А новый решил не оформлять разрешение, говорят в областной экоинспекции. По предварительным подсчетам, за последние 5 лет здесь незаконно добыли 80 тысяч кубов глины. Особа без жодного документу, без проекту вирішила видобувати надра. За надра є відповідна ліцензія, отримується. За ліцензію проплачується відповідна сума коштів, і тоді дозволяється видобуток надр.
Тобто тут ні копійки не поступило в бюджет. Питання загалом буде, як до сільського голови, чим займався сільський голова, чому зразу не інформували контролюючі структури, правоохоронні органи. Вас ви не маєте права займати, ви знаєте? Ви знаєте, що знаєте? Ми знаємо. Ви то знаєте, що знаєте? Ми цьому скажемо. Будь ласка. Даже после того, как выяснилось, что кирпичный завод добывает глину незаконно, работы здесь не прекратились. Из труб идет пар. Станки гудят без остановки. Со двора выезжают грузовики доверху, заполненные кирпичами. Работники завода утверждают, используют исключительно старое сырье, добычу не ведут. Ну, то как глину крадем? Как же? Можно, конечно, глину крадем. Ну, кажут, что они будто без лицензии ее выдобывают. Бачите, потому карьер сзади. Подивись, там выдобывают карьер. Чи там выдобывают глину? Глину не добывают никто. Местные жители уверяют, работники врут. Там кожен день роблять. Кожен божий день. Глину мають кар'єр з боку. Зразу біля цегольні. Там вони беруть глину. Почему сельсовет не обратился в правоохранительные органы? Ответить на этот вопрос сельский голова подробностям не захотела. Сославшись на занятость, материалы о нарушениях, выявленных экоинспекцией, уже изучают в полиции. Виновным в том, что несколько лет подряд из карьера проводилась незаконная добыча глины, грозит до 5 лет тюрьмы. Галина Якушки, Ирина Голубенко. Подробности телеканал Интер, Львовская область. Теневой рынок древесины процветает. Мораторий на экспорт не помог, считает Ивана Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. На своей странице в Фейсбуке она написала, несмотря на запрет, лес вырубают в огромных масштабах. Убытки только в прошлом году превысили 150 миллионов гривен. Лес вывозят из-за коррупции на таможне, уверен нардеп Олег Лешко. Лидер радикальной партии категорически не согласен с вице-премьером. Он заявил, что его фракция не допустит отмены моратория и напомнил, что на этой неделе парламент принял в первом чтении законопроект радикальной партии. Документ предусматривает уголовную ответственность за контрабанду необработанной древесины и тюремный срок от 3 до 7 лет. Мораторий на продажу леса кругляка за рубеж действует с 1 ноября 2015-го. Но на самом деле незаконная вырубка лесов ведется и дальше. Дальше во всех регионах, особенно в Карпатах. Кримінальна відповідальність за вивезення необробленого лісу кругляку, а також цілий ряд заходів, які дадуть можливість активізувати розвиток деревообробної меблевої промисловості в Україні. Для того, щоб робочі місця створювалися в Україні, а не за кордоном. Тому що за кордоном ліси не вирубують. На що їм вирубувати свої ліси, коли в них є український ліс, який вони задарма можуть звідси вивозити? Аграрная партия будет участвовать в выборах 29 апреля. Так решили на заседании съезда этой политсилы. Как оценивают свои шансы аграрии, знает Марина Григорян. На повестке дня съезда аграриев не только вопросы энергетики, промполитики и развития производства. Главное решение – участие в выборах 29 апреля, которые пройдут в 17 областях страны. Лидер партийцев говорит, у политсилы хорошие шансы. Основание для этого – достижения последних лет. Аграрна партія України чітко на третій позиції протягом останніх 2 років у 4 хвилях місцевих виборів. Хочу нагадати, що в даних виборах прийняло участь більше 6 мільйонів людей, і аграрна партія має 14% загальнонаціональної електоральної підтримки. Сьогодні чітке завдання – брати не менше 20%, тобто залишатися у трійці лідерів, в даному випадку місцевих перегонів. Щоб досягти достойних показателей, аграрії на містах організували тематические заседания. Но многое, говорят, зависит от работы каждого кандидата. Мы, в принципе, обговорили основные питання активности кандидатов в депутаты, заполнение всех округов, заполнение всех территорий. И самое главное, это эффективность. Керівники региональных партийных организаций планируют отримати, если брать средний відсоток, более 20% рейтингу. Партийцы признают, одна из главных проблем – приостановка децентрализации. Аграрии уверяют, власть не заинтересована в становлении сильных громад. Поэтому решили обратиться к высшему руководству страны с требованием провести реальную децентрализацию. Децентрализация в разделе административно-территориального устрою, она заповільна. Заповільна, тому і затяжна. І тому вона повинна бути прискорена. Верховна Рада не приймає конституційних ніяких змін щодо адміністративного устрою. І коли вже створюється об'єднана територіальна громада, то дуже виникають дуже такі колізії. Децентралізація, в першу чергу, ініціатива передається людям, щоб на території люди були готові виконувати бюджети, не тільки отримати ці бюджети, виконувати, рахувати, економити. Люба реформа – це, по-перше, люди –
а по-друге, економічний ресурс. По словам партійців, політсілу вже нельзя назвати партією села, поскольку за останні роки уровень їх підтримки на містах вирос на 50%. Марина Григорян, В'ячеслав Фролов, подробності телеканалу «Інтер». В Закарпатті заморили голодом ребенка. Мальчику було 2 роки. Що случилось і чому ніхто не заметив нічого підозрілого, виясняла Марина Коваль. Трагедия произошла на окраине Дротинцы в этом доме. На вид обычный сельский опрятный, но внутрь съемочную группу подробностей не пускают. Отец умершего 2-летнего малыша от камеры убегает, о смерти сына говорить не хочет. Кто виновен у тебя? Знаете, когда меня 2 недели не было дома, значит я не виноват, я так думаю. А Женька? А Женька? Село Букове, улица Миру, 90. Но вы не бачили, что она... Не бачил. Соседи семьи, где умер ребенок, говорят, после смерти сына его мать в селе не видели, она даже на похоронах не была. Женщина злоупотребляла алкоголем и не ухаживала за детьми. А отца часто не было дома, ездил на заработки. Старшая 5-летняя дочь здорова и сама могла попросить кушать у соседей. У 2-летнего Максима была инвалидность. Он не ходил и все время лежал в кровати. Рано пришла, вечером пришла, самих лишала детей. Но что ей было сделать? Что, если она пиячила? Ну, пила. Пила. Що та дитина їла? Коли вона навіть на бочок сама не перевернула, їй все то, ну, інвалід дитинка. Не ходила, не говорила, ніч, тільки лежав. Вона йому воді, цукру, бо то глюкоза. Сусід поніс сира, сметану, молока, мама не дала. Соседка уверяет, лично ходила в сельсовет и жаловалась, что мать не смотрит за детьми. Сельский голова отреагировал, распорядился, чтобы в семью наведались медики. Я не могу сказать за семью, что она была такая дуже погана. Батько периодично выезжает на заработки. Сказать так, что у неї не было коштів нагодувати дитину, то не можно так сказать. Медсестра сельской амбулатории говорит, 3 недели назад осматривала Максима. Состояние мальчика было удовлетворительным. Подозрений, что он умирает, не возникло. Я б не сказала, що він настільки був критично виглядав, бо він і родився із діагнозом недоношеної дитини. Вона ще показала, там картошка так стояла у кульочку, і хліб на столі стояв. Каже, готує. Скарги в неї взагалі до дитини ніяких не було. В заключении судмедэксперта указана причина смерти 2-летнего Максима – истощение в результате недостаточного питания. Ребенка попросту заморили голодом. В службе по вопросам детей уверяют, о ситуации в семье не знали. Вся семья на облику у нас не перебувала. Старшая дитинка есть с батьком. Ну, умови проживания потребуют покращения. Батько запевнив, що він там і порядок наведе, що за дитиною буде дивитися. Ми попытались найти мать погибшего ребенка, приехали в село Буковое, но по адресу, который назвал ее муж, никто не проживает. И где женщина сейчас, соседи не знают. Казали, що була, а де вона? Нікому. То вона моя племянниця, двоюродна. Нехороша. Це її будинок. Вона тут виросла, родилася. В прокуратуре смерть ребенка квалифицировали как преднамеренное убийство. Идет расследование. Сейчас решают вопрос о вручении подозрений матери умершего мальчика, после чего ее должны задержать. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал «Интер», Ужгород. Стало известно, кто входил в состав банды, задержанной в Одессе 16 марта. Преступники, напомню, похищали людей ради выкупа. Так сообщает, как сообщает одно из интернет-изданий со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди злоумышленников – активисты националистических организаций и уроженцы Чечни. Часть из них – бывшие бойцы спецназа, лидера республики Рамзана Кадырова. Еще несколько человек из окружения криминального авторитета Султанбека Айдамирова. Сразу после задержания банды первый замглавы нацполиции Вячеслав Абуроськин в Фейсбуке сообщил, что в группировку входили выходцы с Кавказа. Их схватили после похищения одесского предпринимателя. От матери требовали 200 тысяч долларов, угрожая убить сына. Родные пошли в полицию. Бандитам теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Бывшие силовики со всей страны требуют пересчета пенсий. Сегодня они собрались на всеукраинском съезде военных пенсионеров в Киеве. О чем говорили и как будут бороться за повышение? Об этом далее в материале. Они всю жизнь проработали милиционерами, пограничниками и военнослужащими. А теперь на пенсии вынуждены учиться выживать на копеечные выплаты от государства. Ця нова влада прийшла, все скасувала, все перевертає. Значить, спочатку зробили один закон, вичитали, побачили, що багато. Мене вислало 3 вищих освіти, техніку 4-й, я отримую 3 тисячі пенсії. Квартирна плата росте, медикаменти ростуть.
А все потому, что военным пенсионерам до сих пор не пересчитали пенсии, хотя по закону обязаны, с учетом всех премий и надбавок. К примеру, 66-летний Владимир ежемесячно должен получать около 10 тысяч гривен. А таких ветеранов-силовиков тысячи по всей стране. Сегодня они приехали в Киев на Всеукраинский съезд военных пенсионеров. Пишемо адміністративні позови на Пенсійний фонд України в областях, тому що вони бездіяльні. От, вони нам повинні були пенсії перерахувати ще з 1 січня 2016 року. Нам обрізали надбавки за виконання особливо важливих завдань, порізали премії. В конце февраля Кабмин пообещал повысить им выплаты в среднем до 1500 гривен. Но поэтапно и в течение 3 лет. Однако ветераны требуют перерасчета, ведь тогда их пенсии вырастут гораздо больше, чем на 1500. Біля мільйона пенсіонерів, це пенсіонери Збройних сил України, пенсіонери Міністерства внутрішніх справ, прикордонники, СБУшники. Всі об'єдналися в одну єдину організацію, яка буде вимагати наступного. Перше, перерахунку пенсії для пенсіонерів. Друге, відставки Кабінету міністрів, відставки Гройсмана. Пенсіонери силових структур настроєні рішительно і готуються к новим протестам. Обіцяють блокувати дороги, аеропорти і госучреждення, поки власть їх не услышить. Андрій Кравець, подробності, телеканал Інтер. Еще одна жертва теракта во Франции. От тяжелых ранений скончался полицейский, который накануне добровольно обменял себя на заложника в супермаркете города Треб. Арно Бельтрауму было 45. Что пошло не так в ходе операции, неизвестно, но когда он остался один на один с террористом, тот выстрелил в него несколько раз. Сразу после этого полиция пошла на штурм здания. Террориста ликвидировали, еще двух подозреваемых арестовали. Напомню, вчера выходец из Марокко напал на автомобилиста, ранил его и убил пассажира. После этого отобрал машину и открыл стрельбу по прохожим. Потом захватил заложников в супермаркете. Всего жертвами нападения стали 4 человека, 15 ранены. Ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство. Массовые протесты проходят в эти минуты по всей Америке. Демонстрации за ужесточение оружейных ограничений организовали более чем в 800 городах США. Самая крупная в Вашингтоне, по данным организаторов, там участие в митинге принимает до 300 тысяч человек. Вышли не только жители столицы, но и люди, приехавшие из других городов и штатов. Основное, чем недовольны участники, это попытки новой администрации решить проблему школьных расстрелов путем раздачи оружия учителям. Конечно же, никто не должен заставлять учителей носить с собой оружие. К чему перекладывать на них проблемы, которые политики сами должны решить? У преподавателей и так слишком много обязанностей. Вообще, как они хотят закупить стволы для школ, если во многих из них нет денег даже на канцелярию? Серьезное оружие не должно быть на улицах. Оно нужно только для войны. Сами солдаты это признают. И необходимо усилить проверки тех, кто покупает стволы. Потому что столько уже случаев, когда люди, у которых проблемы с головой, спокойно приобретают оружие и убивают людей. Идею собрать Америку на акцию протеста предложили школьники, выжившие во время недавней флоридской трагедии. Под их петицией уже десятки тысяч подписей. Основное, чего они хотят, запретить в стране продажу штурмового оружия, которое применяли стрелки во время резонансных преступлений. И ликвидировать юридические лазейки, позволявшие купить оружие тем, кому продавать его не должны. Такие же лозунги на митинге в Вашингтоне. Причем разделяют эти идеи так много людей, что таксисты решили подвозить участников акции бесплатно. А жители столицы предлагают бесплатный ночлег, приехавшим на митинг из провинции. Белый дом на эти требования пока не отреагировал. В самом же Белом доме готовят масштабные кадровые чистки. Сколько сотрудников планируют уволить и чем они провинились, выяснил Дмитрий Анопченко. От десятков, если не сотен людей в Белом доме теперь избавятся, выяснило авторитетное издание Foreign Policy. Пишет, чистки возглавит новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он якобы публично проговорился о своих планах уволить всех тех сотрудников американского совбеза, которых его предшественник генерал Макмастер набирал. А заодно под этим же предлогом прорядят и весь штат президентской администрации. Критериев для того, чтобы отобрать кандидатов на увольнение, в принципе, два. Во-первых, это нелояльность к главе государства, то есть уволят тех, кто даже в частном разговоре с коллегами плохо о нем отзывался. Ну, а во-вторых, будут решать, это человек Трампа или человек Обамы, то есть при нынешнем или при прошлом президенте сотрудник на работу был принят.
Неважно, какой ты сотрудник. Всех тех, кто работал с прошлой администрацией, попросят написать заявление по-собственному. Дональд Трамп хочет любой ценой остановить постоянные утечки информации из Белого дома. И те чиновники, которых еще при демократах наняли, как раз под подозрением. Дескать, может, они по-прежнему на Обаму работают, выдавая прессе секреты о внутренней кухне новой команды. Уход госсекретаря Тиллерсона, теперь вот увольнение генерала Макмастера, Дональд Трамп, словно в своем знаменитом телешоу, где он без колебаний увольнял провинившихся, в реальной жизни тасует кадровую колоду Америки. И если раньше работать в Белом доме это было верхом мечтаний, верхом карьеры, то теперь на освободившееся кресло и квалифицированных сотрудников не найти. Многие просто не хотят оказаться в условиях, когда и их может смести очередная кадровая чистка. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Израиль неожиданно рассекретил подробности операции, которую провел в 2007 году. Оказывается, тогда его авиация разбомбила в Сирии строящийся атомный реактор. Зачем это было сделано и каких опасностей удалось избежать, выяснял наш ближневосточный корреспондент Сергей Услендер. На иврите операция называлась «Мехуца Куфса», если по-русски «разрыв шаблона». За несколько лет до этого израильская разведка Моссад установила, что Сирия налаживает активные контакты с Северной Кореей. Разведчики предположили, что эти два государства могут сотрудничать только в двух областях – ракетные и ядерные технологии. Примерно год длилась тайная операция, пока спецслужбы не установили окончательно. При поддержке Пхеньяна Дамаск строит атомный реактор для военных целей. В Вене агенты Моссада нашли доказательства в компьютере одного из главных чиновников сирийской атомного комитета. Там они установили в его компьютере какие-то системы или программы, которые, естественно, могут передавать информацию, и скачали из его компьютера все данные. Эти данные были представлены всем аналитикам в Израиле. Они пришли к единому мнению и в разведке, и в Моссаде, что да, Сирия строит реактор. Среди прочего, выяснилось, что реактор почти готов. Вот-вот начнется загрузка активной зоны, и тогда бомбардировка станет невозможной из-за чудовищных последствий, которые она может вызвать. Было принято решение наносить удар. Опыт имелся. В 81-м ВВС уничтожили строящийся ядерный реактор в Ираке. Полтора месяца летчики тренировались в уничтожении некоего объекта на территории неизвестной страны, и лишь перед вылетом им сказали, что именно они будут бомбить. Ударная группа состояла из 8 самолетов F-16, их прикрывали истребители или F-15. Самолеты радиоэлектронной борьбы ослепили радары сирийской ПВО. Цель подтверждаю, атаку разрешаю. Принято, атакую, бомбы пошли. Подтверждаю поражение, цель уничтожена. Вот две фотографии, надписи на иврите. Слева «Цель до», справа «Цель после». Отчетливо видно, что здание совершенно разрушено. Сирийское ПВО на налет не отреагировало никак. В Иерусалиме опасались, что Сирия начнет войну, но официальный Дамаск заявил, что израильтяне разбомбили сельскохозяйственный ангар. Однако анализы почвы, собранные агентами Моссада, показали наличие урана неприродного происхождения. Спустя несколько лет в Сирии началась гражданская война, и район, где находился реактор, был захвачен отрядами Исламского государства. Можно только вообразить, какие последствия имели бы место, если бы ядерные материалы попали в руки террористов. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер». На сколько миллиардов обеднел Цукерберг и почему Илон Маск поссорился с отцом? Об этом и не только в нашем обзоре. Тушите свет. Во всем мире в 8:30 вечера по местному времени пройдет одна из самых массовых акций на планете – час Земли. Нужно на 60 минут выключить свет и электроприборы. Главная идея – заставить человечество задуматься о катастрофических экологических проблемах и хотя бы один раз в году объединиться в борьбе за окружающую среду. Организатор – фонд дикой природы. В мире акция состоится 12 раз подряд. Для украинцев она будет 10-й. Тема нынешней кампании – «Поймай связь с Землей». 58 миллиардов долларов потерял за эту неделю Facebook. Акции компании резко подешевели. Причина – скандал с утечкой данных, который разгорелся в прошлые выходные. Оказалось, что с помощью приложения частной компании удалось получить данные 50 миллионов пользователей без их ведома. Теперь в США и ЕС требуют от Марка Цукерберга объяснений, ведь данные могли использоваться во время предвыборной кампании в США и референдума по Брекситу.
Основатель SpaceX Илон Маск не общается с отцом, потому что у того ребенок от падчерицы. О сложных взаимоотношениях с сыном британскому изданию Daily Mail поведал сам 72-летний Эрл Маск. Он развелся со своей второй женой 7 лет назад, а позже начал встречаться с приемной дочерью. 10 месяцев назад у них родился сын. От этой новости Илон пришел в бешенство и перестал общаться с отцом. Строили, строили и, наконец, снесли. В Екатеринбурге подорвали недостроенную телевизионную башню. Это было самое высокое здание в городе – 230 метров. Строительство заморозили еще в начале 90-х. Тем не менее, жители уже считали сооружение символом города. На месте башни планируют построить спортивную арену. Выгорающий динозавр. Посетители парка развлечений в Калифорнии получили больше адреналина, чем рассчитывали. Стали свидетелями пожара. Из-за неполадок в электросистеме неожиданно вспыхнул анимированный тиранозавр Рекс. 7-метровый робот сгорел дотла. Никто из посетителей не пострадал. Свежие новости всегда есть на нашем сайте подробности.ua. Завтра в 8 итоги дня подведет Наталья Белышева. А у меня все. Хороших вам выходных и до встречи.